Всем привет, друзья мои. Так, захотели поужинать, и нужно было быстренько что-нибудь сообразить на ужин. У меня вот нашлись в холодильнике два грибочка шампиньона. Почистила, вот уже даже почернели, 150 грамм. Две луковицы 200 грамм и 600 грамм картошки почистила. Сейчас быстренько пожарю это все и со сметанкой. На масле, конечно же. Ну что же, приступлю к приготовлению таких грибочков. Что я делаю? Крошу лук. Лук крошу не мелко, покрупнее. Мне так нравится. Сейчас буду его сразу же обжаривать. Быстрый такой у нас будет ужин. Сразу же закидываю его в сковородку. Вот, вылила сюда 2 ложки масла подсолнечного. Теперь сразу добавляю сюда лук. Пока тут все нагревается, я тем временем крошу грибы. Грибы у меня шампиньоны. Я их крошу соломкой. Вот так. Лук у меня уже там шкварчит. Я буду сейчас резать картофель. Возьму для этого другой нож. Ой, нож у меня этот такой старый уже. Я так к нему привыкла. Я его еще в Казахстане купила. Я уже здесь живу 22 года. Какой старый у меня нож. Картошку крошу соломкой. Ну, такой, не тоненькой. Нормально. Перемешиваю лук. Сейчас у нас за 15 минут будет готов и ужин. Лук вот чуть-чуть обжарился. Опускаем сюда грибочки. Перемешиваем. Вот так. Что я сейчас сделаю? Сделаю я следующее. Я добавлю миллилитров 50 водички. И тщательно перемешала и оставляю это. Вот постояла минутки 2, наверное, и я закидываю картошку. Сейчас я это перемешаю и закрою крышкой. Это у меня все жарится. Картошка полуготова. Я ее солю. Перемешиваю. Солью. И добавляю сюда сметану. Сколько у меня тут? 2 ложки. Ну, чтобы не болталось. 3 ложки сметаны. Так, теперь я это тоже все перемешаю.
Ой, какая прелесть. И вот так она будет доготавливаться. Минут, наверное, 10. Прошло время. Открываем крышечку. Вот такая картошечка, вкусно пахнущая, у нас готова. И сейчас мы будем ужинать. Картошку разложила по тарелочкам. Достала зеленый лучок замороженный. Сейчас посыплю им. Вот такой вкусный ужин у нас будет. Ну, а я традиционно всем желаю приятного аппетита. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. И всем всего хорошего. Всем пока!